Новый проект на телеканале «Самара ГИС». Семья – место силы, источник любви, поддержка. Но кто поможет семье в решении ежедневных задач или в трудных жизненных ситуациях? О мерах государственной поддержки российских семей расскажем в цикле программ «Семье в помощь». Смотрите во втором выпуске. Кому полагаются ежемесячные доплаты к пенсии? Это большая часть касается, конечно, не пожилых граждан, а граждан, получающих пенсии, либо пенсии по СПК, либо пенсии по инвалидности. Это инвалиды боевых действий, члены семей погибших, участников боевых действий, либо военнослужащих, которые получают пенсии по линии социального фонда. На какие льготы имеют право ветераны труда и лица, имеющие особые заслуги перед 63-м регионом? Размер доплаты зависит от какой награды человек награжден. Например, почетные граждане Самарской области получают ежемесячно 1557 рублей. Как получить ежегодную денежную выплату почетным донорам Самарской области и на кого распространяется этот статус? Это те люди, которые имеют вот такой знак – почетный донор Советского Союза либо России. На сегодняшний день таких граждан у нас 12 тысяч, они получают ежегодную выплату. О социальной поддержке старшего поколения, наградах и поощрениях рассказывает руководитель управления организации социальных выплат Департамента организации соцзащиты населения Минсоцдемографии Самарской области Ольга Титова. Смотрите программу «Семье в помощь» 13 сентября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».